Игорь Сергеевич Задорожный. Майор внутренних войск МВД России, участник Второй Чеченской войны. Игорь Задорожный родился 2 ноября 1975 года в городе Талды Курганской области Казахской ССР. Окончил среднюю школу, затем в 1993 году землестроительный техникум в городе Прохладном Кабардино-Балкарской республики, после чего работал землеустроителем. В 1994 году Задорожный был призван на службу вооруженной силы Российской Федерации. В 1999 году он окончил Владикавказский военный институт внутренних войск МВД России, после чего служил в Дальневосточном военном округе. С 2000 года Задорожный совершил 4 командировки в Чечню для борьбы с бандформированиями боевиков. Принимал активное участие в 151 специальной операции и 80 разведывательных выходах. В январе 2003 года капитан Игорь Задорожный командовал штурмовой группой отряда специального назначения «Тайфун». 28 января 2003 года группа обнаружила базу боевиков в районе села Ялхоймокх и, перекрыв им пути отхода, вызвала на нее артиллерийский огонь. Во время боя группа отбила попытку противника прорваться в лес. Оставшиеся в живых боевики закрепились в блиндажах. Вместе с двумя бойцами Задорожный подобрался вплотную к ним и корректировал огонь артиллерии. Когда противник предпринял очередную попытку прорваться из окружения, Задорожный один оказался на его пути. Он вызвал огонь на себя, в результате чего остался жив, но был контужен. Когда несколько боевиков прорвались и стали уходить в лес, Задорожный стал их преследовать. В ходе погони он получил несколько тяжелых осколочных ранений и тяжелую контузию при взрыве фугаса, но поле боя не покинул, продолжая командовать действиями своих подчиненных. В результате действий группы были уничтожены 20 боевиков. Игорь Задорожный был эвакуирован в госпиталь, где ему ампутировали обе ноги и правую руку. Ему было присвоено воинское звание майор. Несмотря на полученную инвалидность, Задорожный обратился к главнокомандующему внутренних войск с просьбой оставить его в строю. Указом президента Российской Федерации от 11 ноября 2003 года за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга в Северокавказском регионе, майор Игорь Задорожный был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». С 2003 года Задорожный служил в 8-м отряде специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России, закончил службу начальником группы дознания. Несмотря на тяжелое ранение, в 2007 году у Игоря родился сын Никита. В 2008 году, когда отряд был расформирован, майор Задорожный был уволен в запас. В настоящее время проживает в Москве, работая в службе безопасности строительной коммерческой организации, занимается спортом, разрабатывает методики восстановления инвалидов. В 2006 году Задорожный выступал на международном легкоатлетическом пробеге спортсменов-инвалидов в Нью-Йорке, является прихожанином Церкви Всех Святых в Красном Селе, где служит настоятелем его духовник-протоиерей Артемий Владимиров. Они оба активно участвуют в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи. Игорь Сергеевич Задорожный личным примером показал, что для достижения важных жизненных целей не существует никаких преград, даже если ты в бою лишился руки и обеих ног. Помимо прочего, награжден медалями.